Он со своей комнаты в направлении комнаты ребенка направился, простите, в одной футболке. То есть на нем не было ни штанов, ни нижнего белья. Реакция шок. По словам Алены, ее родной отец пытался ворваться в комнату к дочери, почти в чем мать родила, в неадекватном пьяном состоянии. Я его силком вытолкала оттуда, к дочери кричала, у нее кровать на втором, ну как, второй ярус, крикнула, чтобы она залезла на кровать и отвернулась, потому что, ну, вы сами понимаете, ребенку 13 лет, такой возраст еще сложный. Ой, господи, я так испугалась. Дедушка пытается войти в мою комнату, но мама его закрыла, то есть вот так, чтобы видно было, ну, почти не видно было. Только я увидел то, что он был без трусов, я увидел его голый зад. Мама крикнула мне залезть на кровать, и я залезла. Дальше вызвали скорую, к приезду скорой я слезла, он уже был в штанах. Я сначала решила, что это белая горячка, и скорую надо вызывать, но он начал одеваться, вы понимаете? То есть он соображал, чтобы его не увидели в таком виде. Алена обратилась в полицию. Мужчину задержали, но уже через 3 часа отпустили. Позже женщине удалось направить отца в наркологический диспансер Рубцовске, но и оттуда его выпроводили. После случившегося, по словам Алены, ее дочка стала эмоционально нестабильная. Отец еще сильнее начал проявлять агрессию к ней и родной внучке. Я никогда раздето не ходил. Максимум. Ходил я голый торс. Я никогда не ходил без трусов. А может так, что вы не помните? Я всегда все помню. Сколько дней выпил бы, угу. Я всегда все помню. А вы помните, что вы вчера делали? Помню. Что? Помню, что вчера мы делали. Уколы мне вчера делали. Угу. Он уже дома был. Никто ему никакие уколы не делал. А ну, вчера укол, ну, дома был. По словам Алены, сейчас отец регулярно выгоняет их с дочерью из дома. Сделать это легко, отец полноправный владелец. Уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева откликнулась на беду и сейчас активно взаимодействует с Аленой и ее дочерью. Я оперативно связалась с администрацией Локтевского района. Лена Анатольевна Пилипас отреагировала. Они готовы выделить на экстренный случай жилье, это общежитие. Кроме того, администрация данного района готова оказать помощь в перевозе вещей и в помощь добровольцами для того, чтобы и машина была, и мужские руки, чтобы перенести вещи. Инцидентом в Горняке уже заинтересовался Следственный комитет. Идет проверка. А между тем, в соцсетях на маму девочки обрушился шквал негатива. Мол, вынесла ссору из избы. Психологи говорят, такую проблему ни в коем случае замалчивать нельзя. И нужно прорабатывать, иначе это грозит серьезными психологическими последствиями. Это травма, это здоровье ребенка, все связано напрямую, да, то есть мы можем наблюдать, как у ребенка снижается иммунитет, снижается успеваемость в школе, да, начинают проявляться различные заболевания. Жить полноценной жизнью после физического и эмоционального насилия не получится. Уже завтра Алена с дочерью планируют съехать от агрессивного отца и ждут не дождутся, когда это произойдет. Жить в доме, где они не чувствуют себя в безопасности, они больше не могут. Я в своем доме не могу выпить водки, ну, часто могу. Он уже с алкоголем потерял рассудок. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.